Что бы ни случилось. Что бы ни случилось. Всем привет, друзья. Недавно вышел фильм Warcraft, который я очень ждал. Я в этом году ждал два фильма. Это «Звездные войны. Пробуждение силы» и Warcraft. Сегодня я лично подкаст записываю, потому что Дима, который озвучивает видео, купил себе новый микрофон, а старый продал. Ждет, пока новый придет. Итак, что я хочу сказать про фильм Warcraft. Вот я даже такой вот включил варкрафтовское изображение с нагой. А сразу хочу сказать, что следующее видео, после следующего, будет по «Звездным войнам». Пока что, видите, пока Димы нету, озвучивать некому. Пока что по времени, пока будут выходить подкасты, потому что появилось множество всего, с чем мы хотим с вами поделиться. Ну, Дима не будет этого зависеть, я думаю. Итак, во-первых, начнем с того, что фильм Warcraft, я изначально думал, что, ну, провалится, если честно, уж скажу честно. Как бывает, фильмы долго ждешь, они могут, блин, выйти, вроде сняты красиво, сюжет говно, или наоборот. Ну вот, мое мнение реально, что это было 10 из 10. Серьезно, я посмотрел Warcraft, и самых же первых минут этого фильма... Меня он просто реально заворожил. Потому что нам упоминали старые места, мы видели старых персонажей. Ну, во-первых, на экране вот видите, что фильм собрал очень много положительных отзывов. Совсем очень мало отрицательных и нейтральных, ну, почти нету. Повсюду, потому что Warcraft, он понравится даже тем, кто не знаком со вселенной. Потому что это фильм такого средневекового стиля, как-то там жанра, не знаю, как это правильно называется. Который про рыцари, про приключения, про борьбу со злом. Попытаюсь вообще не спойлерить никак, но дам мне какие-то такие отсылочки, которые, ну, не будут никак уж... никак не собьют вам интерес. В общем, пришли в кинотеатр с небольшим запозданием, начали смотреть фильмок, и с самых же первых секунд мы видим все старых любимых персонажей, с которыми, хотя не все знакомы, это Андуин Улатар, это наш король... Лейн Рин, Дуратан, Оргрим, Гул'дан, Кадгар, Медив. Также были и камео-роли, ну и эпизодические роли на несколько моментов. Но я вам честно скажу, что с самого начала фильм показывает нам привычные нам всем локации, и они причем переданы почти так же. Тот же рельеф, та же растительность, такое же расположение, все тоже почти. То есть съемочная команда, как они правильно называют, короче, режиссер... Почти идеально передали нам старые наши места в Варкрафте. Особенно город Штормград. Он, правда, чуть-чуть отличался от настоящего, но в основном было все так же. Вот, сразу скажу, что фильм вам даст ответы на очень многие вопросы. Например, ответы на вопросы, почему Трал зеленый? Да-да-да, там будет ответ на этот вопрос, вам почему Трал зеленый? Ведь у него отец-то не пил кровь, мать не пила кровь Монорота, а он зеленый. Вот там будет ответ на этот вопрос. Дальше. Почему в долине, не в долине, а в перевале Мертвого Ветра так пусто, мертвые и так далее. И фильм, не знаю, в нем как можно разочароваться. Я смотрю, многие обсирают фильм этот, думают, ох, это плевок куда-то там в душу, в лицо, или даже не понял куда. Ну блин, я не знаю, кто эти люди. Вот фанат Варкрафта, фанат именно, он никогда не обосрет фильм такой. Он никогда, он бы просто не подумал даже этого сделать. То есть фанат, ну, если ты любишь вселенную, если ты, тебе нравится ее изучать, если ты с детства играл в эти игры, читал книги, там, не знаю, комиксы, то ты, ну, не знаю, ты просто не сможешь этот фильм обосрать. Они все равно умудрились это сделать. Да, есть какие-то расхождения по сюжету небольшие, но они совсем ничтожны, вы чё, это просто... все это перебивается. Например, я скажу честно, что сюжет, который нам показывали в фильме, он намного лучше, чем тот, который написан... по лору в комиксах и в книгах. Да-да, оно лучше намного. То есть там же будут также такие же персонажи, только, правда, эпизодические роли у них будут. Например, Громаш Адский Крик. Он был в фильме, но он был совсем чуть-чуть, но вы его сразу узнаете. Был Каргата Старорук, был Килрок, был Нарзул. Они... Ой, Нарзула не было, извиняюсь. Не было Нарзула, но вот эти вот все были. Вы их увидите сразу. Чернорук, Гул'дан. Оргрим. Оргрим там, кстати, в главной роли почти что. Там Дуратан еще в главной роли. Ну, в общем, после фильма реально очень много эмоций. Не знаю, на эту тему можно говорить просто бесконечно. Но я реально дам фильму 10 из 10. Потому что я, хотя я ожидал, что фильм может быть провальный, он меня очень сильно порадовал. Это, пожалуй, лучший фильм, лучший, который снят по игре.
Были хитманы, которые ну, вообще смотреть невозможно. Были всякие фановские Assassin's Creed, ну и прочее все. Но это вообще ничтожно. Хорошо, что не доверили этому режиссеру. Не помню, как его зовут. Вот тут на экране, наверное, покажется он. Хорошо, что ему не доверили снимать этот фильм, потому что он бы его запорол тогда. Серьезно. Ну, в оконцовке так хочу сказать свое мнение по фильму, что... что просто, ну... это не передать словами. Хочу сказать, что вам нужно всем обязательно сходить, кто этого не сделал. Не ждать сидеть до того, как он выйдет на торрентах, хотя это будет, думаю, не скоро. А просто пойти и посмотреть этот фильм, потому что, ну... не знаю, это того стоило. Я давно такой радостный из кинотеатра не выходил. Потому что я ходил на «Звездные войны», но после которых у меня были какие-то вопросы, какие-то недосказанности, чувствовал в фильме. А тут все на своих местах. Игра актеров, ну просто на высоте. Подобрали хороших операторов, хороших актеров, хороших постановщиков, хорошего режиссера. Все просто, все сделали на высоте. Увидите всеми. Всеми ваши любимые локации. Вы видите Каражан, Черную Гору, Темный Портал, Стальгорн, Дунмарок, Златоземье, Элвинский лес, Штормград, что самое главное вы увидите, и Долоран. Все в сборе, все на месте. Вариан Рин будет маленький, и особенно самое главное будет маленький Трал, которого, как и должно это быть, которого назвали Ло-Гош. Ой, что я сказал, Ло-Гош? Гоэл его назвали, Гоэл. Я уже просто про Вариана начал говорить. Вот. В общем, я вам очень советую сходить на этот фильм. Очень советую. Потому что, ну, это реально заряд хорошего настроения на весь день. Хотя мое настроение было тогда уже чуть подавленное, потому что это был вечер. В принципе, еще домой тащился минут 40, потому что там на автобусе и так далее, блин, потом... И, в общем, ну, только сейчас могу записать свое мнение, потому что я как бы не тороплюсь с этим, ну, поделиться чисто с вами. Вот так фильм реально 10 из 10. Такого я реально очень давно не видал. И да, еще хочу поделиться небольшими новостями в оконцовке. Видео по «Звездным войнам» также будут, когда Диме приедет новый микрофон. То есть, я также хочу порадовать вас всех. Не обижайтесь, например, аудитория «Звездных войн» на то, что видео... пока что не будут выходить недели две или неделю. Хотя, я думаю, не так много. Потому что, ну, реально, я стараюсь угодить всем. И аудитории по Варкрафту, и аудитории по Звездным Войнам. То есть, всех вас любим, уважаем, ценим. И очень рады вашим пальцам, комментариям. Потому что, ну, это реально. Не знаю, меня это не мотивирует делать дальше видео. Мне мотивация уже не нужна, серьезно. Мне, потому что, когда ты в этом долго находишься, мотивации просто не надо. Ты просто занимаешься любимым своим делом. Все. В общем, следующее видео я также подготовил по Варкрафту, только это будет не лор, а это будет такая новая рубрика, экспериментальная рубрика, я ее введу, где буду обозревать, ну, узнаете, короче. И ближе к Легиону продолжится видео по Варкрафту. Ближе к Легиону. Все, давайте, всем спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам было интересно узнать мое мнение об этом фильме. И советую вам всем на него сходить. Все, удачи, друзья. Подписывайтесь, кто не сделал этого, ставьте лайки. Все, удачи, пока. Что бы ты ни задумал, сделай это сейчас!